За ініціативою гуманітарного штабу Ріната Ахметова «Допомогти вижити». Ми поставили дітям прості запитання. Що потрібно для щастя? Мамо, тата, браті, сестри. Що є у кожного чоловіка, це деньги. Що в тебе є для щастя? Тільки мама і папа. У мене є друзі. Дом. А якби твій дім зник? Жили б на вулиці, грязні були. Я би себе плохо чувствовав. Не хотілося б жити. Що робити, якщо людина залишилася без дому і сім'ї? Стати їм другом. Якийсь одяг приносити. Приложити їй якусь вкусняшку. Хто має цим людям допомагати? Зрослі. Це може бути любой. Всі люди, які є на землі. Більше 500 тисяч дітей за лінією зіткнення потребують допомоги. Діти розуміють. А ви? Время для новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. На Донбассе по-прежнему неспокойно. Перестрелки продолжаются на рубеже Авдеевка, Опытное, Пески и на окраинах Донецка. Работают гранатометы. По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет. В минувшие сутки стреляли и на Луганском направлении. Под огнем оказались окраины Счастья и Трехизбинки. Во время обстрела Михаил вместе с другими бойцами как раз нес службу на блокпосту. Говорит, все это время немного стреляли, но только с автоматического оружия. Что я? Какие-то наслідки, значит, напевно, был серьезный. Были десь постріли, але подальше, так далеко. Фактично, не тут, біля нас. Лишились тримати пост. Сегодня у армейцев повышенная боеготовность, ведь обстрелы могут возобновиться. Вон АБСЕ приехала, пусть ходит, смотрит, я не знаю. С той стороны тоже АБСЕ работает. Тем временем жители прифронтового поселка из-за возобновившихся обстрелов могут этой зимой вообще остаться без отопления. Ведь газа в Трехизбинке нет давно, труба повреждена. Мария Лукинова, как и большинство местных жителей, рассчитывает на уголь и дрова, которые уже завтра должны привезти в поселок. А пока спасаются от холодов, как могут. Сами топим, никто нам не топит. Что у кого есть, мусор насобираем и потопим, аби было тепло, водичку подогреть и напиться. Это и все, больше ничего. Аварийные бригады боятся сюда ехать, поэтому отремонтировать газопровод в этом году не смогут, говорят местные власти. Но уверяют, жители не замерзнут. Ремонтные бригады намагались ремонтировать. Декілька місяців тому была домовленість, однако они были обстреляны и сейчас... Маємо інформацію про те, що навряд чи в цю зиму тут буде газ. Тому виходимо з того, що треба переходити на твердопаливні котли. Но больше всего жители Трехизбинки боятся не холодов, а возобновления обстрелов. Кристина Шкудер, Василий Мартищенко и Леонид Мелешко. Специально для телеканала «Донбасс». В Сватово, где на прошлой неделе загорелся склад боеприпасов, начали восстанавливать здания. Повреждены 6 десятков многоэтажек и около 600 частных домов. Есть работа и для пиротехников. Саперы продолжают искать неразорвавшиеся снаряды. Репортаж Кристины Шкудер. Десятки покореженных гильз разного калибра. Здесь в нескольких сотнях метров от взорвавшихся складов с боеприпасами заканчивают работу саперы. Посторонним приближаться сюда до сих пор запрещено. Говорят, опасно, но признают, последствия могли быть и хуже. Если бы не те споруды, которые были на складе, то воно було б, звісно, усіне це поле боєприпасами. А так, насамперед, завдяки вдалому розташуванню складу і добре виконаним інженерним роботам по обладнанню цього складу, боєприпаси були розкидані в обмеженій кількості. Всі находки сапери сортують. Ось цю партію вже готують к уничтоженню. Боеприпасы, собранные саперами, за 5 дней свозят именно сюда, в открытое поле. Эксперты говорят, это самое безопасное место, чтобы их утилизировать. Ведь в радиусе 5 километров нет ни одного населенного пункта. В самом Сватово в результате ЧП пострадали сотни домов. Точной цифры пока нет. Люди уже ремонтируют жилье. У большинства выбиты окна. Была запись на стекла в ремзаводе. Там надо было ставить телефон свой и размеры стекол. Ну и пообещали, как только вырежут, сразу нам позвонят. Пленкой позакрывали, во всяком случае, хоть не дует. Местные жители до сих пор не оправились от ночной канонады. Страшно. И по ночам ребенок не спит.
Я не знаю, що робити, як можна в цьому домі знаходитися, як можна було склади робити, коли люди рядом. Окончательної версії, із-за чого все-таки взорвались арсенали, чиновники поки не називають. Не треба бігти попередь батька в пекло, буде офіційна версія, заключення експертів. Можливо, це займе певний час. Я в цей процес я не втручаюся. Не називають і суму ущерба. Дескать, ще вважають. Кристина Шкудер. Спеціально для телеканалу «Донбас». В ночь трагедии на военных складах более 200 пациентов с Ватовской районной больницы были спешно эвакуированы в другие медицинские учреждения Луганской области. Около 30 из них сейчас проходят лечение в Рубежном. Их навестила Виктория Ковалева. В ночь пожара на складах боеприпасов в Рубежное были доставлены 44 пациента Центральной районной больницы Сватово. Сейчас они проходят лечение в 5 отделениях медучреждения. Пациенты все находились в состоянии средней степени тяжести. Ну, как говорится, сорвались чем, что могли, то и взяли. Такой экстренной ситуации. Поэтому мы обеспечили полноценное медикаментозное лечение. Некоторых пациентов прооперировали уже здесь. Люди обеспечены усиленным питанием, предметами гигиены, в общем-то, не нуждаются на данный момент ни в чем. Кормят и лечат в Рубежном пациентов из Сватова бесплатно. На помощь пришли благотворительные организации, которые обеспечили эвакуированных больных не только едой, но и средствами гигиены и медикаментами. Приняли хорошо. Хорошо кормят, бесплатно у нас лекарства, дали хрест на помощь, карточки дали на питание. Все нормально, относятся хорошо. Мы считаем, что беда, которая постигла этих людей, она во много крат превышает те все помощи, которые им людям дают. Понимаете, когда их выбили из привычной жизненной колеи, даже лечебной, это никому не позавидуешь. От Сватовской больницы до склада с боеприпасами около 2,5 километров. Пациенты рассказывают, в ночь трагедии сильно испугались. Спасибо. А такие пакеты просто-напросто, как семечки, так, и нема. И двери открывались, и закрывались. Хаос был, конечно. Как сказали, что эвакуация, мы текали, в чем можно. Я первый раз выскочил в одних трусах, а штаны не успел надеть на шеи. И в холодное помещение просидели там десь часа полтора. Потом назад возвратились, а потом... Началась эвакуация. Тамара Сердюк живет в районе, который принял на себя основной удар. Признается, в ночь трагедии переживала вдвойне, ведь дома остался муж с 4-летним внуком. Внук рассказывал, бабушка, дедушка гулял, пуф-пуф-бух, страшно было, страшно. Позвонил, сказал, баба, я тебя люблю очень-очень. И поцеловал телефон. Ну, послушал, услышал баба звук, и того, слава богу. Анна Семенова в ту ночь находилась с дочерью в детском отделении Сватовской больницы. Когда начались взрывы, она эвакуировала не только своего ребенка, но и троих маленьких пациентов. Рассказывает, у детей началась истерика. Она била, как стена была, я ее сюда в истерике привезла. Плакала? Да, конечно, все плакали, все кричали вокруг. Ну, а как ребенка успокоить? Обнять, сказать, что все хорошо будет. Ну, если она вокруг бахкает, все летит, то... То, что сказала, и все равно. Из 44 эвакуированных пациентов Сватовской районной больницы 10 уже выписали. Одного перевели на лечение в Лисичанск. Виктория Ковалева, Петр Ковалев, телеканал «Донбасс». Одно село между двух огней. Линия разграничения в зоне боевых действий разделила поселок Зайцево пополам. Так село живет уже почти год. Из соображений безопасности туда долго не пускали журналистов. Но сегодня Заряне Степаненко наконец удалось побывать в Зайцеве. Вот его надо положить в больницу, а я никуда его не положу. У Марии Ильиничны уже много лет болеет сын. У него психические расстройства. Раз в несколько месяцев бывают приступы, и женщина вызывала скорую. Теперь она не приедет. Больница и врачи остались по ту сторону линии соприкосновения. А сейчас же сюда скоро не приедет. Вот и все. И вот это одна трудность мне, как его. Чтобы получить помощь медиков, жители договариваются с представителями так называемой ДНР. Если получают добро, нанимают за свои деньги машину и едут.
Ведь не все болезни может вылечить военный врач, работающий в селе. Кроме больницы, на неподконтрольной Украине территории оказался детский сад и школа. Богданчик, Богдан, глянь, что тетя он конфетку даст. Маленькому Богдану скоро в первый класс. На учебу родители пробуют его отдать в Артемовск. Добираться туда придется около 2 часов. В школу на неподконтрольной территории идти боятся. Можем, но нежелательно вообще-то, потому что, не дай бог, начнут стрелять, и оно куда его, он и так боится. Как только тут начинается автомат, он уже бьет, кричит: «Мама, папа, я боюсь». За себя взрослые не боятся. На работу, которая тоже осталась по ту сторону линии соприкосновения, ездить готовы. Только не на чем. Транспорт туда не ходит. Я захочу сейчас поехать к дочери. Я не могу ничем уехать. А где ваша дочка? В Никитовке живет. Ну, это 13 километров отсюда. А вот за зиму, наверное, ни разу не буду видеться. Как я туда пойду, если заметет еще? Сейчас в Зайцево практически тихо. С помощью военных жители пытаются наладить быт. Мечтают, чтобы закончились боевые действия, и две половинки села стали прежним Зайцево. С больницей, школой и предприятиями. Заряна Степаненко, Руслан Кузьгов, Александр Плечко. Специально для телеканала «Донбасс». В Красноармейске уменьшается число безработных переселенцев. За последний месяц в городском центре занятости не зарегистрировано ни одного обращения от вынужденных мигрантов. По словам специалистов, переселенцы попросту возвращаются домой и отказываются от временной работы. На сегодняшний день переселенцы к нам не обращаются. Вот уже в течение месяца ни одного переселенца не зарегистрировали в службе занятости. То есть их нету. Идет просто отток. Отказывается от услуг службы занятости и переезжают на свои места жительства. В Красноармейске впервые за год прививают детей от полиомиелита. Ранее денег на закупку вакцины от этой опасной болезни в городе не было. Масштабную иммунизацию проводят после вспышки полиомиелита на Закарпатье. Максим Суражский подробнее. Мы получили вакцину для деток, которые... Медики показывают нашей съемочной группе первую партию, поступившей в город, вакцины против полиомиелита. Ее произвели во Франции. На этой неделе красноармейские врачи уже успели привить больше 50 детей. Ждет своей очереди и 3-летний Давид. Мама малыша уверяет, отказываться от иммунизации своего ребенка не намерена. Первый раз сегодня пришли делать прививочку. Нам позвонила медсестра, сказала, что есть прививочки. Мы очень рады, что они у нас в городе есть. Мы пришли, сделали. Как бы я считаю, это нужное дело. Сейчас дети очень слабые рождаются. Детей прививают от полиомиелита внутримышечно, либо закапывают вакцину в рот. Однако прежде малышей обследуют специалисты. Медики также должны получить от родителей письменное согласие на прививку. Согласие пишут. Ну а так мы просто проверяем температуру, не болен ли ребенок, и чтоб там в течение 2 недель до прививки не болел тоже. Однако не все родители соглашаются прививать своих детей от полиомиелита. Отказавшихся от вакцины оказалось 12 человек. На это они имеют право, уверяют медики. Но предупреждают, полиомиелит – очень опасная болезнь, которая поражает спиной мозг и даже может привести к смерти. Единственное средство защиты – это вакцинация. Это вирусная инфекция, которая передается через рот, через воздух, продукты питания. И она опасна тем, что чаще всего поражает детей. В Красноармейск доставили 6 тысяч вакцин от полиомиелита. После вспышки заболевания в Закарпатской области здесь впервые за год прививают детей. С прошлого года мы не получали вакцину полиомиелитную чисто. Это учитывая такую эпидемиологическую ситуацию в Украине. Вы знаете, там в Западной Украине 2 случая полиомиелита. Поэтому вот такая дополнительная иммунизация проводится для детей. Значит, мы получили вот где-то 6 тысяч доз вакцин. Она французская. Прививают детей бесплатно. Для этого необходимо обратиться в ближайшую медицинскую амбулаторию. Максим Суражский, телеканал «Донбасс». Помощь глубинке. Около 1000 жителей Новоазовского района Донецкой области получили продуктовую помощь Рината Ахметова. Волонтеры привезли наборы выживания в неподконтрольной Украине поселок Седово.
Известие о том, что в небольшой поселок на побережье Азовского моря привезут помощь Рената Ахметова, облетело жителей за несколько дней до прибытия мобильной бригады волонтеров. Все, что вам нужно, это паспорт. Грузовик с помощью выехал из Донецка в Седово ночью, чтобы как можно раньше начать раздачу наборов выживания. По предварительным спискам 700-800 человек. Это именно те, кто наши благополучатели, которые попадают под категории, определенные фондом. Поселок Седово Новоазовского района расположен на территории неподконтрольной Украине. Цены на большинство товаров здесь в полтора, а то и в два раза выше, чем в соседнем Мариуполе, жалуются пенсионеры. Каждый день поступает товар, цены выше, выше и выше. Однако пересечь линию разграничения, чтобы купить подешевле лекарства и продукты, могут далеко не все. На ближайшем пункте пропуска – километровые очереди. Сложно долго через Гнутово переходить в очереди. Если автобусом я не ездил, вот люди говорят, 4 часа, только в одну сторону. А теперь представьте, если в возрасте и назад еще 4 часа. Труднее тем, у кого минимальные пенсии. Татьяна почти год не может погасить долг за коммунальные услуги. Газ, вода, платить чем? Долг есть прошлогодний, этогогодний. Чем платить, не знаем. Просят, в газетах пишут, платите, за газ надо платить, платить. А чем платить? В областной глубинке на неподконтрольной территории уже вошло в привычку запасаться продуктами на случай возобновления обстрелов. Здесь слишком хорошо помнят. В подвалах можно просидеть несколько суток. Банки консервов никогда не лишние. С началом работы мобильных бригад волонтеры раздали 60 тысяч наборов по обе стороны линии разграничения. Сейчас сетью стационарных центров выдач гуманитарного штаба фонда Рината Ахметова охвачены практически все крупнейшие города Донбасса. Но мы понимаем, что остаются еще сотни маленьких городков и сел, в которых гуманитарная ситуация близка к катастрофе. И, к сожалению, они находятся вне фокуса гуманитарных организаций. И мы стали развивать активную работу в таких вот городках и селах с помощью так называемых бригад мобильных волонтеров. Наши ребята грузят наборы в машины и выезжают в такие города и села. Помощь уже получили жители Амбросиевского, Тельмановского районов. В ближайшее время волонтеры отправятся в другие отдаленные села, расположенные на территории Новоазовского района. Юлия Меньшакирова, Данила Киреев, телеканал «Донбасс». Люди запрограммированы на лень. К такому выводу пришли исследователи Канадского университета. По их мнению, мозг постоянно заставляет нас экономить энергию. Именно поэтому мы откладываем дела на потом или ищем самые простые пути решения проблем. Елена Самсонова узнала, как украинцы борются с ленью. О секретах борьбы с ленью мы пытались узнать у украинцев. Большинство людей признаются, бездействие преодолевают через силу. Мне это потребно встать. Я встаю и пишу, треша сделать, думаю, лень. Не, я снова так иду и роблю эту работу. С ленью тяжело бороться. Тем более в такую погоду все время хочется спать, а на работу так лень идти. Заставляю себя. Каждое утро встаю и говорю, не хочу, но надо. А пока одни заставляют себя, другие бездельничают. Не, на другой день переношу. То, что нужно сделать, себя не силою. Впрочем, есть и такие, кто пытается себя мотивировать. Встаю, дивлюсь на улицу и думаю, что ж мы такого немає, да? А в людей есть. Меня начальство стимулирует. Дружеским похлопанием по плечу. Скажу, что сегодня гарний день, у меня все получится. Если у вас есть цель, ради которой вы хотите жить, ради которой вы хотите трудиться, понятие лень исчезает. И правда, один из самых эффективных способов бороть лень – это внутренняя мотивация. Ей уступает даже денежное вознаграждение, утверждает психолог Виктория Смирнова. Если ее внутри нет, то внешне ничто не поможет. Нужен смысл, для чего я это делаю. Деньги далеко не на первом месте стоят в списке мотиваторов. Если у человека есть ощущение своего вклада, ощущение признания, тогда он стремится это делать. Наша природа такая, что мы хотим быть полезны. Так что, разобравшись в себе и в своих целях, лень можно победить. Елена Самсонова, Евгений Сакун. Специально для телеканала «Донбасс». И на этом наш выпуск подходит к завершению. Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. Всего доброго.